причине любви. Я напился в муку, да так, что свалился с моста. Я вмиг протрезвел, мне кричали сюда, блин, плыви. А я увидел луну и крести перестал. И это было классно, хотя и глупо, наверное. Немного опасно, немного смешно. Но это было прекрасно, да, это было просто офигенно. Я очень рад, что это произошло. А еще было так, я попал в ураган. Я поехал на велике в лес, а попал в ураган. Вокруг падали сосны, а я гнал и гнал. И как умел, всем молился богам. И это было классно, хотя и глупо, наверное. Немного опасно, немного смешно. Но это было прекрасно, да, это было просто офигенно. Я вчера, что это произошло. А еще было так, съел не тот гриб. Когда ешь не тот гриб, становится нехорошо. А мне было неплохо. Нет, нет, я просто на что-то залип. Одного себя потерял, за другую нашел. И это было просто, хотя и глупо, наверное. Немного опасно, немного смешно. Да, это было просто офигенно. Я очень рад, что это произошло. А еще я умру и пристану пред ним. И он спросит меня, зачем я жил как дурак. И перед тем, как мы с ним станем светом одним, я улыбнусь, я скажу, ну да. Это было классно, хотя и глупо, наверное. Немного опасно, немного смешно. Но это было прекрасно, да, это было просто офигенно. Я очень рад, что это произошло. Не важно, кто ты такой.
важно, чему твоя вера. Не важно, насколько замков забирается дверь. Может быть, это любовь, может быть, это вера. Любой другой уже не важно теперь. Чем бы Бог не молчал, все будет она. Сияй. Да. А почему не сияй? Потому что ел, да, это правильный вопрос. Аж Юра на ум, мне говорит, как это круто, как что. Ну, это потому что в этом есть усилие. Ты как бы... Да, ты как бы... То есть это твое решение. Согласна, ну вот он тянет. Фишка в этом. Ты, да, ты как бы прикладываешь к этому усилие, как бы это твоя волевое, в этом свобода воли твоя проявляется. Опять же, как у Высоцкого, он же тоже тянул. Да. Только да. Все, что не тянут. Да. Но ощущение другое совсем, да. И нет, если петь... Во-первых, потеряется совсем. Да, другое. И потеряется в конце, понимаешь? При такой длительности. Если сияй! Да, понимаешь? Он не то, что даже пропадет, он прекратит, поставит точку. Потому что только «и», либо ты тянешь либо «я», либо «и». Потому что «и» ты можешь, может быть много всяких философских штук, но на самом деле они все... Вот знаете, что вот, чем больше этим занимаешься, и когда происходят какие-то... То есть то, что мы говорили про хорошую песню, да, что... ты понимаешь, что ты попадаешь в какую-то вещь, которая общая для людей. Не твоя персональная, не твой персональный невроз, как бы, это ты к врачу к своему идее. Вот. А именно такое, что как бы... Это нечто такое, что... И у этого есть объективное какое-то выражение. Я сейчас совершенно нахожусь последнее некоторое время под впечатлением музыки Арво Пярто. Совершенно это как раз вот доказательство вот гениальности, то есть того, что гениальность объективна, что это не просто ты вот там, то есть это у этого есть законы. У этого есть технология, вот что важно. В этом есть технология. Ты не придумываешь свои законы какие-то, нет. Ты просто улавливаешь их, чтобы вот это все можно описывать другим языком немножко. И ты видишь этот собственный язык, и ты из этого языка создаешь произведение, и как бы слушатели, я один из них, говорю, да, это работает. Я прямо, то есть это не про мелодию, это не про что. Это просто вот прямая передача. Я чувствую это. Я чувствую это никак невыразимое. Не, то есть я чувствую этот месседж, этот художественный образ, как
нечто, что нельзя описать словами. Это, собственно, и есть единая песня. Это есть не на каком языке она не звучала, она. Хотя он работает, да, да, но он просто там просто само сочетание звуков, которые и затем такая философия и такая. Очень вам рекомендую вот его вот это вот произведение «Табула раса», ну как такое вот центральное, но немного чего другого. Это какая-то удивительная. Был какой-то, мы немножко сейчас отвлекаемся, но в принципе это просто, это, наверное, это просто тот уровень, тот критерий, который имеет смысл просто держать в голове любому пишущему человеку, потому что были какие-то исследования, проводились в хосписах, и люди, то есть Арве Пярт, это под его музыку люди не прощались с жизнью, они уходили, согласились уйти, поставьте нам музыку ангелов, говорили они, и вставили его музыку, потому что эта музыка, она звучит так, как будто она будет продолжаться вечно. Там, что интересно, ну, Арве Пярт, это не минималист, но он такой на духовном уровне человек. Но просто в списке композиторов, под которые люди соглашались, ну, как бы выбирали, чтобы сопроводить их уход из жизни, есть Бах на 4-м месте. А на первых трех это вот Арве Пярт, еще два американских минималиста, по-моему, Филипп Гласс и Янг. Надо проверить. Просто любопытно, что всем этим композиторам, все они ныне живут, и всем им за 80. Арве Пярту за 86 лет сейчас. Вот. И почему я об этом стал говорить? Вот о законах, что это можно писать, это можно выразить. Это замечательно. Я имею в виду, то есть для меня вот песня — это такой способ, ну, как бы, изучение себя тоже, потому что такая, это же выработало, вот люди выработали такой способ формулировать какое-то что-то, там, 3 минуты, 5 минут. Гитара появилась тоже как интересно, как именно этот инструмент завоевал. То есть вот эта идея, что какая-то деревяшка, какой-то резонатор, какие-то струны, ну, есть турецкие, там все эти сазы, домры, там, и так, много всего восточного. Но почему-то гитара, она наиболее... потому что я думаю, что это связано с тем, что на гитаре ты можешь с одной и ту же фразу, то есть одни и те же ноты, сыграть на разных струнах, и будет разная история. Интересно изучать эти законы, которые еще связаны, конечно, с языком, на котором, потому что русский язык, это не английский язык, у него там свои какие-то, нам очень нравится музыка, но она иначе устроена, то есть начинаешь осознавать собственный язык, начинаешь понимать вообще, как он устроен, его музыку, то есть учишься слушать его, как иностранец его слушал бы, то есть просто какие-то согласные, гласные, как бы, это тоже интересно. Так, что-то заболтался. Ну, это же очень классно. Да, ах.